В Ломоносовском районе под Петербургом случилось ДТП с участием трех автотранспортных средств. Инцидент произошел на 22-м километре автодороги Ропша-Кипень. Там столкнулись рейсовый автобус, маршрутка и легковой автомобиль ВАЗ-2112. В результате аварии от полученных травм скончался на месте происшествия водитель «Жигулей». Также пострадали трое пассажиров маршрутки, их с серьезными травмами доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции.